Спа для души – это сексуальность, пробужденность, арт. Сексуальность. Сексуальность – это творческая энергия, которую мы будем пробуждать во время нашей выездной программы на мыс Фиолент 23-30 сентября. Мы будем много танцевать, поднимать свою энергию, выражать свои чувства, проживать свои чувства и возвращать свое внимание в свое тело. Мы будем делать разные тантрические практики, которые будут направлены на то, чтобы почувствовать себя, свою энергию и научиться чувствовать партнера. Конечно, наш круг будет женский, и в контакте, в паре женщина с женщиной ты можешь увидеть и свою нежность, и свою тонкость, и свою красоту, которая будет отражаться в глазах другой женщины, когда мы будем смотреть друг на друга, вместе дышать, дотрагиваться друг до друга. Я сделаю такое пространство, в котором будет возможно действительно расслабиться, действительно почувствовать свою чувственность, сексуальность, эротичность. Также мы будем рисовать, выражать себя через творчество, через цвет, через краски, что также пробуждает эту творческую энергию, энергию жизни, энергию радости, спонтанности, игривости, любви. Пробужденность. Каждое утро мы будем делать с вами динамическую медитацию. Динамическая медитация – это практика, которая очень сильная, глубокая, эффективная. И это та практика, которую я очень люблю. И мы будем делать ее обязательно, поскольку то качество, которое она дает, не дает никакая другая медитация. Ну, лично для меня. Вот. И я думаю, что для многих людей, которые практикуют эту технику. Динамическая медитация помогает трансформировать многие ситуации из прошлого, многие негативные состояния, убрать боль, напряжение, убрать, как бы изменить какие-то внутренние программы, установки по поводу себя, по поводу мира. И благодаря динамической медитации в жизни действительно происходит много нового, много того, что раньше ты не позволяла и не допускала в своей жизни. Динамическая медитация, она выстраивает, выравнивает, возвращает центр, опору и привносит новое качество жизни, новое качество тебя. И арт. Что такое арт? Естественно, мы будем с вами на природе. Мы каждый день будем наблюдать, как приходит утро, как приходит день, как уходит солнце. Мы будем с вами включены в естественные ритмы природы. Мы будем наслаждаться и чувствовать природу, и быть с ней в контакте. Каждый момент, в каждую секунду. И, конечно, я дам много интересных творческих упражнений, которые помогут высвободить эту творческую энергию, помогут соединить себя с твоим подсознанием, с теми скрытыми уголками души, в которые в обычной жизни ты не попадаешь. И то творчество, та креативность, которая проявится во время нашего путешествия, она потом послужит приятным бонусом тебе для твоей жизни, для построения твоих отношений, для новых проектов, для создание какого-то пространства, которое будет тебе интересно создавать. Мы будем рисовать, мы будем танцевать, мы будем двигаться, мы будем общаться, мы будем встречать солнце, провожать закат, смотреть на звезды, гулять по горам, кричать в горах, купаться без одежды. Мы будем праздновать себя и свою жизнь. И я с огромной любовью и вдохновением делаю эту программу, делаю это путешествие и приглашаю тебя присоединиться к нему в сентябре 23-30 числа в спа для души в Крыму на мысе Фиолент. Буду рада встрече, знакомству с тобой. С любовью, Канта. Более полная информация об этом путешествии на моем сайте www.madevaekanta.com.
Всего доброго, всего хорошего. Намасте.